вами, друзья, находимся в магазине Safeway. Продовольственный такой магазин. И вот как-то я вам показывал камбучу, чайный гриб, который мы употребляли на дому. А здесь вы видите камбучу. Вот она. Как вот она продается. Посмотрите. Какие разные камбучи, друзья. Органичные. Это уже этот Синерджи какой-то другой напиток. Это тоже камбуча. Вот эти Синерджи. Ну, не знаю. Вот тут еще сверху Мастер Брю. Брюинг это. Ну, вот как это. Вот когда пиво делают, вот его брюинг. Вот это вот. Я извиняюсь, иногда слова выскакивают. Да. Из сознания. А вот какие, смотрите, какие здоровенные бутыляки с той же камбучи. И не намного дороже. Камбучи здоровенные? Ну вот, Hell's Ale камбучи. Да. Там их много камбуч. Так они не здоровенные, такие же тоже. Много этих камбуч. Но пришел я в это место не потому, что хотел камбучей, значит, зарядиться, а вот потому, что вот это вот Адвалы. Адвалы – это марка, такой бренд соков свежевыжатых. Один из таких двух наиболее популярных брендов. И вот они стоят в бутылочках поменьше, в бутылочках побольше. Иногда они такими, знаете, продаются блоками, там, штук по 12, по 20, там они такие большие бывают, блоки. Нам нужно купить еще воды. Вот, ну, хорошо, я возьму себе просто на дорогу, в машину возьму и по дороге домой выпью.